нас намога оленя. Ну и мы уже на месте. С сыном идем. Он впереди. Сегодня охотиться будем вдвоем. Сейчас будем подниматься на каньон, на возвышенность. Есть определенный маршрут. Фу. Уже вот идем на подъем. Задышка. Ну ничего. На данный момент у нас раннее утро. И охотников уже немало. Уже многие побежали еще, когда было темно. Виталик тоже охотится, но в другой стороне. Тоже со своим сыном. Вот нам предстоит подняться на вершину вот этой вот скалы. Самый верх. Подниматься будем в том направлении. Там идет дорога. Вот будем по ней идти. На самый верх подниматься. Спуск будет довольно-таки тяжелый. Как настроение? Как дела? Почти поднялись. Такой открывается вид здесь. Подъем занял больше часа. Почти наверху. При всем при том, при подъеме останавливались, просматривали места. Я сел, телефон выпал из кармана. Пришлось назад возвращаться. Метров 100 спускаться, подниматься. Вот так. После подъема наверх мы прошли еще примерно 500 метров. Были замечены охотники, которые уже были наверху. Они сидели метров примерно 800. Мы свернули направо и пошли вдоль приватной территории. И там были замечены два трофейных самца мул-оленя. Они были на частной территории, поэтому я так и не смог сделать выстрел. Также на протяжении всего дня мы видели много оленей. Но, к сожалению, все они были только самки. В первый день открытия охоты мы прошли с сыном весьма большое расстояние по тяжелой горной местности. По моим подсчетам, почти 20 миль. При пройденном таком расстоянии мы так и не нашли то, что искали. Вечерняя охота тоже не порадовала нас. Да и плотность охотников на всю эту территорию казалось, будто бы зашкаливает. Куда бы я ни пошел, где бы я ни сидел, я все время видел, кто-то охотится рядом. Так и закончился наш первый день, и наступило утро второго дня охоты. Второе утро было гораздо лучше, потому как плотность охотников была весьма меньше. Из-за того, что многие, мягко сказать, неудачно поохотились первый день, мешая друг другу, многие изменили места, но мы остались на тех местах, где были изначально. Утро второго дня. Сегодня, судя по всему, людей уже намного меньше. Мы решили все-таки тем же маршрутом пойти, что и вчера. Но за исключением, что никого нету сегодня. И никто перед нами не идет. Никто не сидит. Поэтому все, что будем видеть, все наше. Машин проезжали, тоже не стоят. В общем, так. Сегодня обратно.
И тут этот пацан будет стрелять сегодня. Надеюсь, у нас все-таки все получится. Быстро попал. Так все получилось, ребятки. Он очень оказался очень близко. Я не знаю, успел ли я включить даже камеру, потому что оказался очень-очень близко. Ну, было где-то было 100 метров. Но я уверен, что это 100% выстрел на поражение. И он туда вниз побежал. Мы сейчас найдем. Она. Он стоял прямо вот здесь, вот на поляночке все-таки найдет. И он уже вышел на вот эту дорожку. И вот где-то вот здесь вот встал уже. И прямо вот здесь где-то встал, вот на вот этой дорожке.
Вот следы. Где-то он здесь стал. Где-то здесь был выстрел. Так. Сейчас я смотрю попадание. Так, сейчас. Вот он еще и шел, еще следы. Вот. Вот кровь. Вот она кровь. Вот она. Вот она кровь, Тони. Yes! Зачем я его попал? Влад, да. И вот он побежал. Вот она. Вот кровь. И вот так он туда побежал вниз. Вниз прям? Ой, да сколько крови. О. Ой, я хорошо его попал. Хорошо. Очень классный выстрел. Хороший выстрел. Давай, дай. Очень классный баг, хорош. Ай. Я уверен, что он где-то сейчас внизу лежит. Все, вот нашел, вот, вот идет мы. Вот идем по крови. Вот, вот он так и шел. Вот его даже следы. Все, я не теряю из вида. Вот и так, вот, 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 вот. Вот, вот она кровь тоже. Вот так он ушел. Выстрел 100% смертельный. Ну что, пойдем спускаемся, смотрим, что у нас там. Ну давай посмотрим. Какой у нас там трофей? Трофейные качества как бы не супер большие, но судя по всему, сколько мы проходили здесь и не видели даже подобного, то это очень хорошее. Уже рожки раздвоились. Не, рожки хорошие. Ну иди к своему трофею. Хороший, крупный. Олег. Хороший. Он еще и сам себе везде крутит. Вот. Выстрел вот сюда где-то пришелся. Вот. Где-то вот здесь дырочка. Вот. Хороший выстрел. Отличный выстрел. Взял лопатку. О, у него даже маленькие отросточки. А ну, подымай. Хвастайся. Красота. Ты доволен? Очень доволен. Смотри, у тебя, видишь, он с маленькими отросточками посередине. Оп. Это очень редко такой. У него, получается, у тебя 3 на 3. 3 на 3. Ну, классно. Хороший. Ну что сказать, у нас охота состоялась. Добыт наш олень. Так, сейчас отметим, разряжаемся. Добыт олень, первый олень от этого пацана. Очень симпатичные, очень симметричные рожки. Да. Они небольшие, но они очень симпатичные, симметричные. Вот эти, конечно, отростки два вообще прям огонь. Обычно стреляли, в основном вот эти вилки есть уже. Вот этих отростков нет. Ну, супер. Теперь надо его тащить вниз. И, наверное, за отцом и разделывать, и, короче, вытаскивать его. В том числе, поздравьте нас. Классно. Вчерашнее утро было ни о чем. Очень слабое. Трофеев не было ни у кого. Выстрелов тоже не было ни у кого. Я все-таки
прислушался своим чувствам и остался, думал, пройдусь, я, ну, посмотрел, что охотников уже меньше по сравнению с вчерашним днем. Думаю, пройду-ка я еще все-таки раз так, как я всегда хожу здесь. Я часто здесь хожу именно вот таким маршрутом. И почти всегда я здесь беру диров. И все-таки чуйка не подвела, что нужно все-таки пройтись еще раз. Просто когда много народу, олень, он очень чуткое животное. И зачастую он уходит еще даже многие, которые особенно, ну, люди, будем так говорить, не охотятся, но со зрением. У меня вот, ну, очень на каждое движение, я прочее, очень замечаю оленей далеко без бинокля. А люди, если просто идут вот так вот, они пытаются увидеть, смотреть перед собой, а он уже стоит метров 600 и уже их слышит, метров 500 и слышит уже. И когда они идут, не останавливаются, не просматривают, он уже заведомо уже их видит и уходит еще даже так и не обнаружившись. И все-таки нам повезло, нам очень повезло. Мы немного вообще сегодня прошли, мы буквально прошли метров 100, да, ну ладно, метров 200 где-то поднялись только наверх. И потом уже прошлись по этому над каньоном метров 500, может где-то 600 прошли, увидели куропатку, я начал снимать, и на зареве увидел в этом вот лощине, в этом увидел, стоит олень. Ну, я как так непонятно, но понял, заметил, что одиночка, и мне сразу клыкнуло, что обычно чаще всего одиночки это самцы. И так оно и оказалось, смотрю, неплохие рога, и было принято решение обойти его через низ и потихоньку подниматься наверх. Там все, короче, на видео есть, поэтому посмотрите там. Периодически включал. О, вот так подошли где-то метров, ну, я думаю, не больше 100 метров. Метров 100 было где-то. У нас все получилось, слава богу. Теперь, я думаю, там есть что сказать? Бог спасибо нам помог. Тебе, товарищ, что ты порадовал нас. Оценивайте видео, ставьте лайки. Юра выставит у себя на канале это видео, потому что я своим каналом не занимаюсь. Поэтому всем удачи на охоте, хороших метких выстрелов и хороших трофеев. Теперь берем и тащим его по направлению вниз. Туда. Хорошо, что травка. Будет тащиться так нелегко, но мы его метров 400-500 протащим туда до низа, уже ближе к дороге, а там уже потом разделаем. Это мой самый первый трофей, и спасибо папе тоже. Красивенькие. Фу. Не знаю, сколько прошло после того, как убили. Может, полчасика где-то. Сейчас беру за рога, тащу периодически. Не знаю, метра, может, 300 протащил. Еще до той скалки, и там потом вниз. И там уже рядышком. Ну, короче, за той скалкой, за вот этой. Уже внизу там дорога. Мы там дотащим, где-то оставим. Пойду за машиной. Все, в общем, спустились. Все классно получилось. Отец услышал просто выстрел. Связи не было. Он услышал выстрел и сам приехал. Красава, респект ботяньке. Когда знает, что здесь никого, кроме нас. И поехал. Приехал нас встречать. Понял, что там мы не выходим. И он вернулся нас встречать. Так что все. Сейчас вытащили, загрузим, пустим задние сиденьки, загрузим и в лагерь приедем, там уже за реки будем разделать. Так что все, можно сказать, самую тяжелую работу уже сделали.